Всем привет, продолжаем играть Mountain Blade. Боже, у меня сейчас такое настроение паршивое. Мозг вынесли просто в никуда, ладно, неважно. Это такое уже, это мои личные проблемы. Так, сохраняемся, смотрим. Я захватил верчик. Сейчас у нас минус два города из-за Ялена и Шариза, но плюс за счет Верчига, который я захватил. Сейчас я смещаюсь к Альбургу. Я захвачу весь этот пятачок, оставшийся тут, с этой стороны, и смещусь к Учхале и добью их. Я постараюсь добить их, по крайней мере. Потому что, ну, смысла уже не вижу особого сидеть. Ждать нечего, они лучше не сделают, а просто так сидеть тут нет смысла. сто сорок человек, 8 пленных, мы нападаем. Штурмовые лестницы будем захватывать по чуть-чуть по мере поступления этих воинов. Всех. Пытаюсь найти, можно ли как-то отсюда попасть. Или все-таки далеко. Далеко. Вот. Есть. Но из-за того, что он на излете попадает, оно практически никак не дает ему. Фух. Это вот бывает, когда сидишь, никого не трогает, а потом один звонок, и у тебя просто... Зачем так делать? Вот это вот проблема с больной головой на здоровую перекинули. А ты как хочешь, так и с ними мирись. Слишком, блин, далеко. Наемного рыцаря убили. Да, убили много уже. За это двоих убили, 13 оглушили. Ой-ё, как неудачно. Какой тут нехороший замок, блин. Вы видите, тут весь смысл в том, что ребятки вот эти появляются прям у тебя в войсках. То есть далеко они не отходят.
Я не знаю, можно ли тут пройти наверх. Нет, наверх тут пройти нельзя. То есть это надо обходить с той стороны. Отвратительно, отвратительно, тут ничего не скажешь. Тут да, тут даже большого количества солдат не надо. Тут очень хорошо заходит построение такое, потому что они появляются прям возле вас. Прям. Прям так паршиво появляется, очень паршиво. Очень паршиво, тут ничего не скажешь. Видите, как тут классно? Вот они над этой площадкой появляются сразу и идут в атаку. Тут очень-очень паршивое место такое. Прям абсолютно твариное, блин. Да я не знаю даже, как кто придумал это изощренно. Ничего не скажешь. Кому я желаю отдать этот замок? Крамус, Карабан, Кнудар. Вот этому дебилу. Дору 77. Надо будет Дору что-то отдать, потому что он... Так, смотрим. Смотрим. Тут пока все в порядке, все так же, как и было. Сохраняемся. А, вся проблема в том, что у меня маловато людей. Сто 128 людей у меня. Это очень мало. На самом-то деле. А с учетом того, что половина из них сейчас ранена, то и того меньше. Тигорные бандиты всякие. 142 тут. У меня 128, блин. Пробовать догнать этих ребят, что ли. Давайте посмотрим. Ну, тут видите, вроде как они близко друг к другу находятся, но при этом все равно. У меня замок какой-то висит у меня на налогах. Рувана, Дасан, я не знаю, что это за ребятки. Точнее, что это за эти вселения. Надо ехать в тир и раскидывать все это между своими. Паршиво. Поездка в тир тоже не самое позитивное, что может быть сейчас. Долго.
Так, ладно, давайте отправляться с вами в тир. И периодически надо просматривать, где что, почему, потому что, ну, любят они захватывать на ровном месте, это меня бесит. Саргот. Принять предложение. Хорошо, продали одного идиота, мне он, в принципе, не нужен. Людям, может, зайдет. Едем в тир. Нужно из тира перенести все в другой какой-нибудь город. Спасибо. Управлять этим тут все. По гарнизону тут тоже все хорошо. Поэтому, в принципе, не имеет смысла тут кого-то оставлять. Замок. Так. Давай. Принимаем. Чем больше у вас идиотов, тем лучше. Олаф и Хаземан. Ну-ка, Олаф, Олаф, Олаф. Дору опять. Так, Хаземан. Где этот Хаземан? Чит. Верчик. Ну, окей, это мой. Светок, ладно. Просто еще три этих. А, это деревни, наверное, ж. Что там, 68 у кого? Олафа. Где там этот Олаф? 66. Кларгус. Чит Кларгусу давайте. Сыбула 68. А, я уже ничего не могу. По-по-по. Опять же, таверна, мало ли, может тут еще кто-то нет. Все. Хорошо, сохраняемся, просматриваем. Тут все наше, тут все наше. Тут пока ничего не изменилось, тут пока все так же. Хорошо. Мы с вами так и движемся к этим ребятам. Сюда. Так. Шайтан Хергит. Всадник. Погонщик. Маркетанка. Крестьянин. Две маркетанки еще. И все пока на этом. Сохраняемся, едем вперед. Тут еще и осадная башня. Не очень удобно, честно говоря. Опять они, блин. Замок провтыкали один, второй. Чит. Я только-только отдал этот не замок, а эту. Вы не представляете, как меня это бесит. Ладно. Давайте разбираться по мере их поступления. Я захвачу с этой стороны все, что смогу, а дальше уже буду разбираться с другой стороны. Ну, потому что это просто маразм какой-то.
Я постоянно пытаюсь их перетянуть к себе, и в итоге получается фигня всякая. Так. С чем я это сделал, непонятно, ладно. Задолбал. Так, пробуем с этими разобраться. Чуть-чуть выше. Ходят тут всякие. Тридцать пять. Ладно. Не с той стороны зашел. Твою мать! Куда я упал? Щит не выдержит. Фух, конечно, упал я знатно так.
Все. Захватили замок. Я там набрал лордов этих. Как вы поняли, в общем, много. Давайте, мне все равно место куча, девать вас некуда. Давай, вот, без наделов, забирай. Лорд Сибула минус 75. Минус 78 Сибула, блин. За что? Почему? Потому что тебе не понравилось, что я отдал его? Так это как бы я захватил, я и отдал. В чем проблема? Остался ривачек и замок тут, с этой стороны. И все, в принципе. Но это будет уже в следующих сериях. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.